Доброе утро всем. Вы на канале Fix Pot Gym. Сегодня понедельник, за окном уже начинает жарить. Надеюсь, вы все весьма насыщенно провели выходные, так как впереди у нас рабочие будни. И дабы скрасить это утро понедельника, у нас для вас небольшой ролик. Ролик как результат нашего неожиданного для всех участников и подписчиков моего Instagram розыгрыша. В прошлый понедельник я выложил пост в Instagram с опросом, что же у нас в пиалках. Вариантов, как вы помните, было три. Чай, не чай, очень самокритичный вывод о своем душевном состоянии, ты сраный алкоголик. Ну что ж, давайте, так сказать, подведем итог. Скажу сразу, в пиалках был не чай. Ну и не то, что стояло на заднем плане, как вы помните. Ну, друзья, понедельник же все-таки, вы о чем? Дело все в том, что по привычке я никогда не мою посуду после чаепития. Просто проливаю ее кипятком перед новым употреблением. Так что никто не дал правильный ответ. Но я бы с вами не отвергал и третий вариант, особенно знающие меня люди. И что? У нас есть победитель. Эта бутылка Джека отправляется администратору клуба Авалон Дарине. Набери меня, когда закончится йога. Друзья, ну и всех тех, кто проголосовал за чай, мы тоже не оставим без подарка. Уже, наверное, более 7 лет, еще до того, как я стал заниматься тренажерами, мы уничтожали все виды китайских чаев, самых неожиданных и качественных. А помогал нам все это время мой любимый магазин ulun.com.ua. Сразу скажу, это магазин с огромной историей. У него были и взлеты, и падения. Менялись руководители, владельцы, администраторы. Но неотменным было только одно. Подход к каждому покупателю и нереальное качество чая. Даже боюсь вспомнить, сколько фестов, опенов и всего подобного мы провели с этими замечательными напитками. Чего стоило только несколько сезонов в клубе живот. Кто помнит, ставьте лайк. Что ж, каждому, кто ответил первый вариант, мы вышлем порцию чая, чтобы вы могли провести следующий понедельник вместе с нами. Итак, кто у нас тут? Натали. Понял, дома закончился чай. Алексей Громчанин. Леха, буду вечером на Салтовке, так что пиши. Ну или пересечемся где-нибудь по-любому. Разнообразие. Пишите в директ, по Украине обязательно отправим. Ольга Огневец. Без проблем пиши, если не ошибаюсь, ты сейчас в Киеве, тоже вышлю тебе чаёк. Спайдер. Дружище, с огромным удовольствием съездил бы на Кипр, но пока не могу, так что ждем тебя на Безлюде, на том же месте, ты помнишь, приезжай обязательно, попьем чаёк. Юлия Мартел. Если не ошибаюсь, это у нас представитель Интератлетики. Добро пожаловать к нам в дурку. Пишите в директ, обязательно выше. Эдгар Аллахвердиев. Если правильно я прочитал. Вас не знаю, тоже пишите в директ. Если вы в Украине, обязательно отправим. Евгений Мирошниченко. Зал в Люботине под Харьковом, если не ошибаюсь тоже. Очень здорово, что вы делаете, продвигаете спорт в небольших городах нашей огромной страны. Так держать. Чай обязательно отправим. Напомните адрес. И последний участник розыгрыша. Обладатель самого насыщенного постами Instagram и директор сервисной службы фитнес-клуба Тетра Стас Митев. Тебе чаек обязательно завезу. Ну что ж, вроде как никого не забыл. Поздравляем наших победителей. Следите за роликами в YouTube и Instagram. Обязательно что-нибудь замутим интересненькое. Всех с понедельником. Подписывайтесь на канал. Делаем спорт вместе.